были эксперименты, которые психолог Соломон Аш проводил именно на тему конформизма, на тему влияния людей на индивидуума. И вот можно показать, да, Соломон Аша. И там как раз, видите, вот этот эксперимент, картинка, когда как бы приглашали людей, но на самом деле из приглашенных людей были все актеры, и только один человек был по-настоящему испытуемый. И вот этот испытуемый приходил в окружение артистов, и якобы врач показывал разные полосы и говорил, какая длиннее, какая короче, нужно было поднять руку. И актеры были предупреждены заранее поднимать руку на неверные ответы. Вот какая линия короче, а она на самом деле длиннее, все поднимают руки, и один испытуемый смотрит, как так? Он находится в обществе, все дают неправильный ответ, очевидно, какой правильный. И вот конфликт между тем, что вижу, и тем, что меня окружает. И 75% людей, то есть 3/4, хотя бы раз давали неверный ответ, чтобы не отличаться от большинства. То есть видите, насколько социум влияет. И было немало исследований, что, к сожалению, в толпе люди не умнеют. В толпе люди глупеют, умственные способности не повышаются, а понижаются, причем даже у развитых интеллектуально людей, умных, образованных, происходит понижение. И Дитрих Бонхёфер через всю свою жизнь, наверное, вынес то, что написал в этих строках, да, что при усилении власти, когда власть усиливается, в стране, в религиозном каком-то сообществе, тогда тут же люди словно заражаются глупостью. То есть не просто в общении, но в общении, где единая какая-то власть. Эта власть становится сильнее, говоря, что нужно думать, как нужно поступать. И в итоге глупость людей растет. Это точно так же мы видим во всех обществах, в семье. Там, где глава семьи – это просто деспот, который просто унижает, то это приводит к чему? Дети становятся недоразвитыми. Жена забитая и не может никогда реализовать свой потенциал. Почему? Потому что деспот в семье, деспотичное отношение ограничивает все. Люди словно глупеют в этой семье. И не могут быть, не могут стать, не могут реализовать то, что в них заложено. Точно так же и в церкви. Когда в церкви, вот вроде бы с одной стороны порядок хорошо, да, вот у нас на прошлом собрании мы говорили порядок и хаос, помните, да? Это же во многом нужно идти, как, знаете, как канатоходец, человек идет по канату. Вот этот черно-белый мир, когда... Порядок хорошо, хаос плохо. Я постарался на Писании вам показать, насколько все не так просто, что хаос – это и конец порядка, и начало нового порядка. Это материал для строительства чего-то нового. Бог из хаоса создал и славу в славу ту вселенную, которую мы видим. И эта вселенная снова закончится как? Хаосом. Будут глады, моря, землетрясения, какие-то космические катаклизмы всевозможные. В обществе будет твориться невозможное что-то, и в конце концов все закончится этим хаосом, и все придет к концу, и придет новое небо и новая земля, на которых обитает правда, да? То есть, понимаете, и одно бывает важное, и другое. То есть, с одной стороны, как беспорядка, а с другой стороны, слишком сильный порядок убивает свободу. А свобода необходима для нас. Без свободы мы глупцы. И вот мы идем, да, и бывает иногда в одну сторону перекос, бывает в другую сторону перекос, и как по канату. В одну нужно усиливать другое. И таким образом мы и идем. Таким образом мы и существуем, да. Мы и живем. И когда в церкви есть порядок, хорошо, но когда слишком в церквах сильный порядок, тогда церковь вырождается в секту, и неважно, как она называется, протестантская, там, католическая, православная,
Не имеет значения, что за религиозная организация. Там, где приходит сильная вот эта власть, свобода убивается, люди постепенно глупеют. Сколько я видел таких пасторов в церквах, которые с людьми говорят, как будто в церкви собрались одни дурачки, какие-то недоразвитые младенцы. Аминь! Аминь! Аминь, я сказал! Аминь! Ну, давайте все! Аминь! Как с какими-то дошколятами себя ведет. И знаете, что происходит? Люди вживаются в эту роль глупцов, роль вот этих дошколят. Они превращаются вот в таких людей, ничего не знаю, ничего не понимаю. Вот такая церковь ничего не понимающих людей, где там на сцене только один стоит, он все знает, он все понимает. Это очень опасно иметь таких тоталитарных пасторов, таких тоталитарных проповедников, которые всем указывают, кому на ком жениться, что кому делать. Бегите всегда из таких сообществ, бегите от таких проповедников, бегите от таких лидеров деспотичных, потому что это беда, приводящая к оглуплению. И церкви глупеют, полные церкви, которые верят всякому бреду, всякой ерунде. Им можно хоть что там никаких исцелений нет. Выставили, что исцеление, все верят, думают, да вы что, ну посмотрите, это же несложно. Нет, глупость приходит, хотя там есть, бывают очень образованные люди. Но как писал Бонхоффер, это не столько личный, сколько социальный грех. А там, где вот эта роль социума, диктатуры в социуме усиливается, и в семье, в церкви, либо в обществе, когда появляется какой-то фюрер, как было во времена Бонхоффера, правитель, который всем говорит, что делать. Люди глупеют. Когда вот я смотрел вот эти кадры, как эти террористы, люди обычные в секторе Газа, оглупленные вот этой диктатурой Хамаса, который навязывает, как жить, кого ненавидеть, всем все командует. Люди сидят, кричат там, их лица полны ненависти к Израилю, кричат. Смотришь на этих несчастных, оболваненных людей, которые согласились вот на эту глупость, которых можно направить куда угодно, которые считают, что вся их проблема в Израиле. Что если не будет Израиля, они заживут счастливо. Когда Израиля не было на этой территории, что-то никто особо счастливо не жил. Но эти люди не думают, они оглуплены этим социумом, в котором диктатура.